подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. Россия к турниру готова. Сделано очень много. Наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства. Хотел бы обратиться к своим коллегам, к главам субъектов Российской Федерации, в которых пройдут матчи и которым также предстоит принимать болельщиков и туристов. Нагрузка на регионы, на вас, уважаемые коллеги, на все региональные структуры вырастет в разы. Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия в организации этой работы. Комфорт жителей, удобная логистика для гостей и спортсменов, автодорожная обстановка, культурные мероприятия – все это забота регионов. В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, включая десятки международных средств массовой информации. Отдельно обращаю внимание на своевременное и надежное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков. Причем имею в виду не только те субъекты, где пройдут матчи, но и те, где будут жить и тренироваться команды, посещать которые будут болельщики. Добавлю, что эта задача не только к чемпионату, разумеется. Смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство – это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах прежде всего местных жителей.